срочно кидает одно исключение. Не, одна потребность не удовлетворена. Если у нас модуль большой и функция какая-нибудь, мы от пользователя получили пачку JPEG фотографий, пожалуйста, сохрани их на сервер и пережми в стандартные размеры. 600 на 800, там 200 на 300, 100 на 100. То в этом случае, когда у модуля это всего лишь одна функция, мы вызвали, но у него может быть очень много ситуаций, которые ему не нравятся. Вы прислали слишком много, больше гигабайт изображений. Раз. Изображение не в формате JPEG. Два. Это не изображение, ну, они битые. Начало как у JPEG, а конец оборван. Это три. Ну и так далее. То есть, вообще говоря, этот метод save, который может быть void. То есть метод save может быть void. Да, получает лист фотографий. Каких-то фотосов. То вроде как из-за того, что он void, он вроде всегда, ну что, вызвал и все, и произошло. Да, потому что логически нам неинтересно ему, когда проектировали функцию, ей нечего возвращать. Я дал фотографии, попросил сохранить, я ничего не хочу назад. Но при этом эта штука может разными способами сломаться. Она не удовлетворена, она не может отработать. И она может кинуть кучу разных исключений. Исключение в Java — это очень стандартный механизм. Все JDK ими пропитано, все проекты на них строятся. То есть это просто механизм, каким образом можно не выполнить функцию, если вас не устраивают аргументы. Поэтому контроль над исключениями очень сильно важен. То есть в чем особенность исключений? Из-за того, что это способ перестать работать, перестать выполнять методы, из-за этого это очень мощный механизм. Мы можем ставить их в любом месте. Какая бы ни была сигнатура метода, мы всегда можем делать throw new legal argument exception. Вы получили 7 аргументов, должны вернуть массив даблов. Вам очень сложно придумать дефолтный массив даблов, означающий, я не могу работать, да? Или трех юзеров, или лист. Вы всегда можете сделать throw new legal argument exception. Какая ни была бы сигнатура, что там этот метод не наобещал вернуть, можно кинуть исключение, и все, и вы не должны возвращать ничего. Но из-за этого, и можете сделать это в любом месте. Как вы return можете в любом месте сделать, так и throw new. Вы считали, 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 у три цикла 7 раз сложились, и не поймете, оп, throw new. Но из-за этого, если этот механизм либо неконтролируемо используют, либо, что чаще всего, не документируют, либо вы в ППХ внедрили чужую библиотеку, скачали из интернета, она порешала ваши проблемы. И на стандартных входах она выдавала стандартные выходы. Вы отдали ее в тестовый режим, и теперь ваше ПО невероятную кучу информации генерит в виде PDF-репортов. С 3D-графиками, с таблицами, которые перелазят, с фотографиями внедренными. Вы попробовали стандартные данные, у вас выплюнулся стандартный репорт PDF-ный. Вы даете в тестовый отдел, но там, на экзотических аргументах, эта библиотека, которую вы из интернета скачали, она не может это в PDF конвертировать. И она начинает кидать для этого специальные исключения, разные, странные, которых вы могли не ожидать. То есть проблема в том, что исключение, когда вы используете что-то чужое, может вылететь фактически при любом использовании чего-то чужого. Ну, то есть по большому счету. Поэтому на самом деле типичный случай — это когда просто исключение не документировано. Вы используете модуль из соседнего отдела или вы используете модуль, скачанный из интернета, а к нему нет полного описания всех исключений, которые могут вылететь. И всех ситуаций, в которых модуль кидает исключение. Ну, третья ситуация, еще одна ситуация, достаточно типичная. Берется здоровенный фреймворк, его читали, читали, читали месяц, и 50 основных причин недовольства фреймворка Hibernate удовлетворили. Но вообще, если полностью в нем разобраться, он кидает не 50 исключений, а 70. Просто те 20 для сверхредких ситуаций. И просто их всех не удовлетворили. То есть, так и при определенных вариантах использования оттуда могут полететь очень экзотические исключения, на которые вы вообще не рассчитываете. Что у нас там? Хорошо. Немножко примеров и перерыв. Эти примеры все есть на сайте. Итак. Try catch finally. Может использоваться try и catch. Может использоваться try и finally.
Final, да? Free. Так? Так, и try, catch, final. Три формы. Ну, фактически, вот это полное, а это без чего-то. Как if else, а может без else. Ну, можно. Try сам по себе не может быть. Ну, в общем, других комбинаций не может быть. Один try не может быть, там, один catch не может быть, один final не может быть, try, catch и final не может быть. Да, catch'ей может быть много. Один, два, три, четыре, но не меньше. Final всегда один, try всегда один. Итак, здесь важно понимать следующее. Смотрите, сейчас будем встретить. У нас есть некоторая точка, некоторая строка. И когда мы ее вызываем, в ответ мы получаем летящее исключение. Для блока try, catch, finally совершенно не имеет разницы, то ли в этой строчке явно написано throw new там, runtime exception, например. То есть при попытке выполнить эту строку я назад получаю летящее исключение. Эта ситуация для try, catch, finally полностью идентична, как будто я вместо этой строки вызвал какой-то метод f. Он там вызвал другие методы, и там где-то они решили не работать, а бросили мне исключение. То есть просто некоторая строка, при попытке выполнить которую, я назад получаю исключение. То ли непосредственно там вот брошенное исключение, то ли я вызвал какая-то цепочка методов, они там кинули исключение, но до меня долетело. Главное, что у меня вот есть как бы опасная строка. Итак, важный момент. Обработка исключений. Обработка исключений в Java полиморфна. Что такое полиморфизм вообще? Полиморфизм – это свойство некоторого куска кода работать с разными типами данных. Когда я могу написать кусок кода, который будет, в общем-то, однотипно работать для совершенно разных типов данных. В идеале этих типов данных должно быть неограниченное количество. В идеале эти типы данных должна быть возможность создать после того, как я создал этот код. Ну, микрополиморфизм, который многие не признают за полиморфизм. Я пишу метод f, который получает double. Я могу написать, у меня есть int x равно нулю. F от x могу вызвать? Ну да, могу. Неявно x типа int преобразуется в double, а для double я вызваться могу. Ну, в общем-то, я написал один метод, который работает и с интом, и с даблом, и с лонгом, и с шотом, и с чаром, и с байтом. Да, но проблема, количество типов ограничено. Все, которые меньше, как бы, чем дабл. Новых создать не могу. То есть на таком полиморфизме далеко не едешь. Хороший полиморфизм. Это я пишу библиотеку, которая сортирует кого угодно, кто наследник класса Java Long Object. То мой метод sort может сортировать вообще любой объект Java. Даже классы, которые будут созданы после того, как я свою библиотеку создал. Итак, полиморфизмов несколько. То есть в Java 3 или 4. Дам статью, кто хочет, почитает, но я это буду объяснять в конце. Главный полиморфизм, это который основан на наследовании. Если я пишу работу с предком, то я смогу работать с предком и с любым потомком. Сразу скажу, что иногда полиморфизм ловит наследование, нет. Генерики – второй тип полиморфизма. Когда я делаю класс-лист, типизированный каким-то t, то у меня появляется семейство типов, неограниченное. У меня появляется лист строк, лист интеджеров, лист там, массивов интов, даже лист юзеров. Хотя юзера создал я, а лист создал автор JDK. Генерики в Java – второй тип полиморфизма. Итак. Самый типичный полиморфизм, полиморфизм основан на наследовании. Я пишу кусок кода, который работает с предком. Этот кусок кода должен работать и с предком, и с любым потомком. С любым. Я не могу, в общем-то, ограничить, что с вот этими потомками работаю, с этими не работаю. То есть Java, если метод может получить, например, юзера, он может получить юзера и любого наследника. Я не могу на уровне метода это ограничить.
юзера и только вот этих двух его наследников. Нет. Итак, обработка полиморфна. Что это означает? Я делаю try. Да, я вот это описываю, просто чтобы видеть ход выполнения метода. Пишу try. Что здесь? Печатаю 0. Потом строка, которая итогом ее выполнения является летящее исключение. Если исключение летит внутри блока try, то есть вот отсюда, вот до сюда, то что происходит? Если бы вот этого блока не было, я распечатал 0. А потом вот особый механизм, посмотрим тоже. Ну, написано, что исключение в методе в потоке main, runtime exception, и оно мне пишет stack trace и указывает, куда оно вылетело. Вот. То есть вызвали метод main, он вообще ничего не должен был возвращать, выполнили 0, 0 напечатали, потом бросили исключение. В этот момент метод перестал выполняться, но в принципе это и так была последняя строчка, но были другие строчки, они не выполнились. И мы вышли из метода main. Если же мы кидаем исключение в блоке try-catch, то система прекращает выполнение. То есть да, если бы вот тут было вот так, не хочет, компилятор видит, что это, эта строчка придет к тому, что эта строчка точно не будет выполнена. Ну, он говорит, компилятор Java проверяет некоторые странные ситуации. Он, например, не любит куски кода, которые точно не будут выполнены. Если он обнаружит, например, пишу return, а потом пишу кусок кода, он кусок кода подчеркивает красным. Говорит, это точно ошибка, этот кусок кода никогда не будет исполнен. Ну, ты выполнишь return и уйдешь. Поэтому иногда для эксперимента приходится его обманывать. Очень простым способом. Он как бы... Да. Тут говорит, а вдруг не выполнится, а вдруг я дойду. Ну, то есть, вывело 0, 1, 2. Смотрите, что произошло. Он зашел сюда. Когда он заходит в try, ему все равно. Вот эту штуку он игнорирует. Она ничего не делает. Он, написано, напечатай 0, он печатает. И в true, да, в true заходит, кинь исключение. Мы переходим в состояние летящего исключения. Поэтому дальше код, вот эта строчка не выполняется. И теперь проверяется, мы внутри try-catch'а? Да, внутри try-catch'а. Тогда выбирается секция catch такая, что летящее исключение, тип летящего исключения, это наследник одного из исключений в catch'е. Смотрите, я тут делаю не наследника, не предка, error. Error не предок, runtime exception, вот видите, а error здесь. То есть я написал блок кода, который перехватывает error и всех его потомков. Что теперь? Только 0 и исключение. То есть напечатало 0, кинуло исключение, это не печатает вообще никогда. Потом перебираются все блоки catch, у нас один. Если находят тут описание какого-то предка того, что летит, ну или его самого, то в таком случае заходят в блок catch. Причем смотрите, исключение не исчезает. Если мы вот тут его перехватим, то вот эта вот штука, вот этот объект, new runtime exception, он будет вот здесь. Это как будто аргумент метода. Важно, что знаете, как я штуку кидаю? Это двухэтапный момент, двухэтапный процесс. Первое, мне нужно создать экземпляр. Мне нужно иметь экземпляр, я не обязательно должен его создавать. Я могу кого-то получить. Это обычный объект, мне могут передать его аргумент, я могу хранить его поле. Обычно передавать в аргументы метода и хранить полем исключения — это ненормальная практика. Но это может, обычный объект. Просто семантически так не принято. То есть это ненормальная практика и так не делают.
Но компилятор против ничего не имеет. Итак, вот я получил экземпляр. Это совершенно обычный объект. Если я вот этого не сделаю, на самом деле мы никакой, по большому счету, работы с исключениями не делаем. Мы не делаем ничего специфичного для исключений. Просто создали новый объект. Если я сделал throw, то объект летит. То есть это означает, что весь стек выполнения переходит в особое состояние, когда вот эту ссылку на эту штуку начинает куда-то продвигать вверх. Когда попадается правильный кетч для меня, то как бы перестает выполняться вторая строчка. Объект у меня вот он, я получаю на него ссылку. Если бы я сделал вот так, смотрите, вот сейчас мы проверим. Он делает вот так. А вот здесь я сравниваю. True. X и E это одно и то же. X это я создал объект, кинул его, а потом он попал как бы в метод. То есть catch в конце очень похож на метод. Блок catch вызывается, если мы кинули runtime exception, а ты хочешь ловить runtime exception. Окей. Вот он, его остановили, он все еще есть. Я могу сделать throw для него опять, перевести его опять в особой ситуации. Как return. Кто-то вернул return 1, я получил 1, я могу тоже сделать ему return. А могу не делать return. Ну то есть, мы эту штуку можем передавать. С исключением то же самое. А здесь проверяю, это та же самая штука. В catch попала та же самая штука, которая была здесь, которую сделали throw. С точностью до ссылки. То есть, это ссылка, ну, это одна и та же ссылка. Ссылка на один и тот же объект. А если здесь сейчас делать throw, что произойдет? Все нормально, только вот эту строчку не выполнил. Посмотрим. Она штука полетит дальше. В кэчей фанере можно делать опять исключение кидать. Кэчей еще один трой, да? Можем кинуть, перехватить выше. Давайте последовательно. Так. Итак, то есть я кинул. Я кинул runtime exception в блоке try. В блоке catch я попал в блок catch. Почему? Потому что я кинул runtime и перехватил runtime. Попал, напечатал один, и, что очень важно, исключение остановлено. У меня есть на него ссылка, оно не летит. Поэтому я пошел выполняться дальше. Я прошел try catch и пошел гнаться дальше. Если я кинул исключение и попал в catch, у меня такое ощущение, что был какой-то if-else. If там что-то произошло, если true выполнили if, если false выполнили else, и пошли дальше. То есть catch останавливает полет исключения. Поэтому вот так, как я сделал, почти никогда не делают. Ну какой смысл? Вот тут исключение кинуть, тут его остановить. Чаще всего я мог вызывать метод, который мог кинуть исключение. Да, сейчас вывод 1, 2, 3. 0, 1, 2. Потому что я кинул 0, вывел 0, кинул исключение. Обработчик нас бросил вот в этот блок catch, где мы напечатали 1. И что очень важно, мы пошли выполняться дальше. Это раз. Второе. А если аргумент кэча будет не runtime exception, а error, он в кэч не войдет? Не войдет. А если следующий кэч будет runtime exception? Ну, выше идет. Сейчас посмотрим. Да. Он идет сверху вниз, проверяет блоки кэч. И тот первый, которому подойдет исключение, тот и будет выбран. Такая вот runtime диспетчеризация. То есть в момент выполнения проверяет, кому подойдет. Из-за этого, например, более общего предка нельзя ставить первым.
оператор не пропустит, он ретает предок, загребет все, что попало в тот. То есть это типа switch. Да. Итак, 0.1.2. Сейчас быстро, маленький отличок. Я кидал runtime exception, поставил exception. Исключение перехвачено, перехвачено перехватчиком предка. Поскольку exception это таки предок runtime exception, то он тоже перехватывает runtime exception. То есть в этом заключается полиморфность. В том, что мы можем написать блок catch, в который попадет любое количество типов. Любое неограниченное количество наследников catch попадет. А runtime exception есть JDK, но если наш пользователь напишет свое исключение, которое будет создано после того, как я создал свой код, я все равно смогу с ним работать, я буду его ловить. Кэч для него будет работать. Из-за того, что у всех исключений есть вот это волшебство с применением слова throw, только к одной штуке. У нас есть один предок throwable. Если делаю кэч по throwable, я ловлю все исключения. Все. То есть, это какой-то метод, который получает Java Lang Object. Он может получить все. Все ссылочные типы. Ну, то есть, что угодно. То есть, идея, в общем-то, в том, что я ставлю кэч, вот у меня есть иерархия, да? А вот еще наследники какие-то мои я наплодил, вот так, например. Я говорю, так, я буду, у меня специальный обработчик для этого исключения. И для вот этого, и для вот этого, и для вот этого. А то мне надоело, говорю, и для вот этого. Проверки будет. Этот сюда, не этот. Этот сюда, не. Это какой-то экзотический, вот такой. А, ты не подошел в эти обработчики, сюда ты попадешь, иди туда. Типа свечи дефолт. Да. Для всех остальных ситуаций. Да. Единственное, что в свече дефолт, он как бы один на весь свич. Если ты не подошел другим, ты попадешь сюда. То здесь у меня... Будет два раза получается. Я по иерархии расставляю ловушки. И да, дефолт это был бы аналог, если у меня был catch по survival. Сверху вниз блоки catch проверяет аргумент, если никому не подошел, тогда ты попал. Survival, ты точно survival. Все, что летело, все было survival. В Java не так. То есть, если я не поставлю проверку на survival, то так и может вылететь исключение, на которое нет catch блока. Ну, то есть, туда возьмет и прямо он следуется от survival. Я эроры перехватываю, эти. А это прямой наследник survival. И ты о нем ничего не знал, когда писал свой код. Либо ты перехватываешь survival, либо вот эта штука так и пролезет. Ты ее не ожидал. Ее класс, когда писался блок catch, этого класса еще не было. Я поставил свои классы клиенту, он создал этот класс. То есть я либо перехватываю survival, тогда действительно как дефолтная секция, мне всегда попадает. Если я не перехватываю, то try catch может не остановить исключение. То есть вот это остановил, правильно? Потому что exception перехватил runtime exception. Окей. Проверка сверху вниз. Да. Null pointer exception расположен вот здесь. 0.2.4. 0. Кинули исключение. Оно появилось. Система в рантайме подходит. Это null pointer exception? Нет. Это runtime exception? Да. Поэтому двойка. Поэтому дальше мы идем. Исключение остановлено, оно больше не летит. То есть мы попадаем не более чем в один кэч. Либо попадаем в первый, единственный тот кэч, который нам по типу подходит. Либо не попадаем ни в какой. То, что наш runtime exception является и runtime exception, и exception, это нас не волнует. Тройку мы не печатаем. 0.2.4. Смотрите. Если я комментирую вот эту же часть, то теперь печатается четверка. А, тройка. Проверка теперь этот не подходит. Она проверяет этот, и мы попадаем сюда. Перехватывается один раз, да? Да. Если в комментированном кинуть его снова, мы поймаем в следующем ключе. Нет. Если мы вот здесь кинем исключение, то туда throw new exception, то в нижний мы не попадем, потому что эти кэчи приделаны к этому траю. Мы либо делаем тут вложенный try catch, либо снаружи вызывающий метод. Ну,
Давайте. То есть если я схватил runtime exception, throw new там, illegal, аргументы, какой-нибудь просто новый тип. Если я делаю вот так. 0, 2, illegal argument exception. Напечатали 0, кинули runtime. Попали в runtime, напечатали 2, кинули illegal, все. Никто не слышал. Хотя illegal является exception. Illegal, он illegal, он runtime, runtime он exception. Я могу сделать объемлющий try. То есть я catch там посравый его. Ноль, два, один, два, три, четыре. Зашел, напечатал 0, кинул runtime. Null pointer не подошел. Подошел runtime. Напечатал 2. Кинул illegal аргумент. В этот мы не идем, все равно в runtime уже попали. Или illegal аргумент является exception. Является exception. Нет, не важно. То есть этот try прекратил, try catch прекратил выполняться. У нас летит исключение вот отсюда, вот это, но мы попадаем в другую секцию. То есть пока мы должны находиться в фигурных скобках как try. То есть вот эти кэчи, в них можно попасть только когда мы находимся между вот этими двумя скобками. То есть все, что вылетело тут, проверяется на эти кэчи. Если в кэчах вылетело уже или в файнале, тогда все. Если мы тут кинули, а мы находимся вот в этих фигурных скобках, более объемлющих, то вот этот кэч по нам работает. То есть важно понимать, что у меня есть край, к которому прицеплен блок кода от фигурных к фигурных скобок. Еще к нему прицеплено несколько кэчей, которые написаны четко сверху вниз. То есть у них порядок имеет значение. Если здесь произошло исключение, давайте сейчас без секции памяти, произошло исключение, то система начинает сверху вниз проверять, кто первый подойдет. Они могут быть в рамках одной иерархии. Ну, pointer exception, потом runtime exception, предок, exception. То есть некоторое исключение может быть, ну, pointer я кидаю. Он и этот, и этот, и этот. Он попадет в первую, которая подойдет. Назад ходу нет, из одного в другой ходу нет. То есть это просто такое, как свитч, такое разбрасывание. То есть это способ следующий. С одной стороны, когда метод не хочет работать, он может бросить исключение. И все, он теперь не должен ничего возвращать. Должен был вернуть массив даблов, а он не вернул. И вроде как дурацкое состояние. То есть что мне теперь делать? То есть, ну, как бы вся бизнес-логика перестала выполняться. Мне нужен массив даблов для того, чтобы я вместо этого имею исключение. С другой стороны, механизм исключения тоже достаточно мощный. Обрамляю какой-то кусок кода в try-catch, я ставлю кэчи, и по ним они работают как switch. Я по типу начинаю сортировать исключения. То есть, если я взял метод с хорошей спецификацией, где написано, мой метод кидает исключение A, B и C. Я говорю, о, я его вызываю в try-catch и ставлю три кэча по A, по B и по C. Я вызываю метод, либо назад получаю свои даблы, либо попадаю в одну из трех секций, где я знаю, не хватило ресурсов, неправильный логин и отсутствует connection в базе. Но самое главное, что выбор catch-секции происходит по типу. Хотя у исключения, это обычные классы, у них есть конструкторы, вот скобки, да, я там писал. Скобки вот. Можно создать свое исключение со здоровенным конструктором, передаем кучу той информации. Я не могу сделать свитч по этой информации. Если я кидаю свой бла-бла-бла exception, у которого аргументы 0, 1, 2, 3 или 4, я не могу сделать такой try-catch, чтобы зависеть от аргумента меня бросило в такую catch-секцию. Потому что выбор обработчика осуществляется по типу. Просто по типу. Вы все бла-бла-бла exception. Попадаете в первый обработчик для бла-бла-бла exception. Да, там внутри можно делать свой разбор, то есть это обычный класс, у него может быть там
get error code, и он возвращает один из 40 error кодов. В принципе, база данных так и работает. Она кидает SQL exception, у которой есть какой-то метод get, там, типа error code, который возвращает оригинальный error код, который пришел от базы данных. И там уже начинается. Oracle такой список возвращает, MySQL такой. Но это уже try-catch вам не поможет. То есть надо писать вручную. Get error code, делать по ним свечи и так далее. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.